Всем привет! Меня зовут Эвелина, я студентка Одесского государственного университета внутренних дел, и я хотела бы предложить свою идею по поводу улучшения нашего университета. Так как у нас очень большое здание, было бы неплохо поставить климат-контроль для регулирования температуры в помещении. А также можно было бы добавить в наш университет автоматы с едой. Всем спасибо за внимание, всем пока!